Добрый вечер, меня зовут Доменико, компания Giordano Brokerage Est. Я сам из Италии, но живу в России, поэтому приехал с российской делегацией. Я помогаю итальянским компаниям войти в российский рынок, найти партнера. Приехал сюда, потому что случайно познакомился с Тони Робинс, я веду по видео, там книги и так далее. И был заинтересован там углублять его работу. И честно, приехал сюда скептически. Сначала, насколько они очень американские, но получил большую пользу, очень много я понял. Понял, что я на правильном пути, но надо как усилить этот процесс, ускорять этот процесс. Самое главное – это по поводу еды, потому что не хватает энергии часто. И поэтому я понял, откуда взять энергию и что чего делать. Поэтому очень мне понравилось и по работе, и по личной жизни. И самое главное была стратегия по поводу, как передать это семье. Поэтому понял, как подходить к жене, потому что я ее хочу пригласить сюда. Уже купили билеты на следующий году, чтобы мы вместе растили, как семья и так далее.